Продолжаем прохождение Call of Duty 2, пятая серия. До этого были танковые бои, а также бои на бронемашине, скажем так, внутри какого-то египетского или ливийского городка. Уже не совсем помню, в общем, в любом случае это был север Африки. Вот, а до этого были две необычные, непростые, но прикольные миссии. Знаете, в World of Tanks или War Thunder образца 2005 года. Это было забавно. Что ж, посмотрим, что нас ждет дальше. Все еще это англичане или, возможно, мы перейдем к американцам. Контрнаступление. Значит, это все еще англичане и все еще Тунис. Хорошо. Все еще Северная Африка. Такое ощущение, что компания за русских вообще какая-то самая манюсенькая. Может, там будет продолжение, я уже ничего не помню. Как по мне, опасно, конечно, передвигаться в таких городах, на танках, между такими домами. Может, кто-то вечно с противотанковым орудием выбежать и просто пальнуть вот так впритык. Вот, о чем я говорю. Так. Прикольно, что мне дали МП-40. Как я прошлую миссию закончил. И при этом дали еще и Томпсон. Забавно, забавно. Ассистент! Что ж, хорошо. Какая там задача? Засеките местонахождение вражеского опорного пункта. Окей. Так, чувак, живи. Я тебя сейчас прикрою. А, это не враг. Блин, да кривоногий, прыгай. Блин, но взрывающиеся бочки — это классика. Хрена себе, это живучий. А за пушку сесть можно? Нет, ладно. Ой, ладно. Хорошо. Люблю, когда танцисты вот так убегают друг за дружкой. Вражеская пехота! На верхнем этаже! Ха-ха, у ничего себе, нормально так не перекинуть гранатами. Ничего себе, бессмертный. Ай, 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 не хочу умирать, нет. Но это не гребаные миссии на танках. Тут умереть посложнее. Давай, высовывайся. Чужбег. Так, хорошо. А можно наверх залезть, нет? Все, готов. Ого. Ничего себе, там кто-то у нас снайпер. О, прикольно. Гранатовый снайпер. Куда дальше бежать? Интересно. Ладно, неинтересно. Ладно, время взять Томпсон в руки. Оп, оп, оп. Ой, ладно, я погорячился. Признаю. Так, нужно сразу... Вот это, конечно, неудачно залетел. Хотя тогда было получше. Здорово. Хорошо. Какая задача? Уничтожить орудийные расчеты. 4 штуки, хорошо. Сука, отдача, капец. Ни хрена не видно, когда ты стреляешь. О, о, здрасте. Супер. Шнель, шнель. Прикольно, прикольно. Шнель, шнель. Так, давайте, пусть наши побегут, немного что-нибудь поделают, да?
Давайте, давайте, бегите. Ай, кто? А сзади, что ли, окружают? Здорово. Ну так, конечно, 8 пуль впритык получить, это, конечно, мощно. Ты крыса, блин, слышишь? Так. Надо немножечко передохнуть. Ладно, дружок, пошли мы к тебе в гости сходим. Расскажешь, как там дела? Че, ну, а, все, я понял. Тебе уже сходили. Или нет? Хорошо. Он труп. Угу. Угу, понял. Обожаю эти ограничения карты. Ай. Чего вы такие злые, ребят? О, танчик прикольный. Ай. Хорошо. О, братан, давай! Мочи его! Я тебе даже гранатой помогу, даже двумя гранатами. Ну стреляй ты, клоун. Хорош. Кровавая Мэри. О, братан, обитель демонов. Хм, прикольно, парень. Бриты точно демоны, это факт. Это не бочка? Ой, дурак. Ой, дурак. Да, война жестока, согласен. Особенно если лезть под танк. Здорово. Здорово. Зато мне нравится, что Томпсон быстро перезаряжается. Это хорошо. Ого, ничего себе. Так, ребят, до свидания. Так, ты меня только не задави, дурочка. Ай. Я такой, что танк не собирается, да, дальше ехать. Куда ты побежал, мудила? Это мы типа уничтожили ее? Ладно. О, гранаты полчаса взрываются. Хорошо, последний остался. Не вижу больше. Ах, бедный наш танк. Супер. Дальше побежали. Угу. О, прикольно, по крышам можно возить. Что-то я такого не понял. А, я понял. Да. Сука. Хорошо, мансит. Ай-яй-яй. Ладно, 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 ладно. Давай. Хорошо. У нас тут уже начинается. Ладно, я понял. Я слишком резко выбежал. А глупо и неправильно. Оплакивать павших. Ну да, да. Блин, что у нас в Томпсоне уже. А-а-а, вот люблю такие моменты. Чего? А, это я тебя что ли застрелил? Прости. Здорово! Неплохо ему уродов. Все? Да. Была легкая задача. Че, захватить мечеть? Хотя какие тут мусульмане, да?
Долетит хотя бы? Ладно, я понял. Да. Тут мне... Капрал. Хорошо. Но их мы трогать не будем. Давайте защищать мечеть. Ой. Сейчас бы своего упороть еще. Ну все, победка. Ура! О, прикольно. Передавай привет Ромелю от злых парней из седьмой дивизии. Приходите в любое время, шлицы! Будем ждать нетерпения! Могильщик. Так, подождите. Да отойди ты нахрен. Нет, я хотел на мечеть издалека посмотреть. Ладно. Лучше драться на... за что-то, чем жить без цели. Генерал Джордж С. Паттон. Да, в принципе. Жить без цели как-то вообще не очень, если честно. Поэтому лучше такого избегать. Разведайте дорогу в Тунис через холмы Матмата. Холмы Матмата, окей. Опять мы едем на каком-то коричневом дерьме в коричневом городе. Да, и вот у меня тоже плохое предчувствие. Да, вставай. Хорошо, хоть нас ракета не прилетела, точнее бомба. Да, у чувака было плохое предчувствие. Куда бежать, что делать? Ах ты, шаг немецкий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, мне надо передохнуть. Ладно, согласен, тут как в жизни, да? Ой, граната еще. Летела под бок. Не, ну блин, мне кажется, только идиот бы тут начал проезжать на машинах, и, конечно же, британцы тут идиоты. Хера себе. Ну хоть что-то я неплохо выдаю. Интересно, будет вообще нас это отстреливать? Куда бежать? Блин, что-то 3 человека выжило. Ладно, 4 человека походу выжило. Блин, да ну нахер. Не, ну Макпрайс хорош. Ай. Какая задача? Безопасный проезд. Да ёб твою, со всех сторон стреляют. Я просто понимаю, что если их не штурмануть, то ничего не поменяется. Сука. Да, проиграть войну — это классно. Ну, ты стреляешь, петух. Вот, и как видят, местные какие-то, блин, агрессивные. Да я понял. Больно. Я по звуку слышу, что граната хорошо прилетела. Хорошо. Я так понимаю, что мы где-то, возможно, тут будем в зенитке стрелять. Все, теряйся.
English troopers. Получается, английские войска. Ага. Вот, ребята, вот куда вы вылезли, клоуны, сука, тупые. Серьезно? Давай ты еще там умри. Ой. Ладно, пойду-ка я гляну, тут никого не забыли. Я тебя хочу отмразить. Не, ладно, я понял, ты там укреплённый. Я читал, то этот автомат очень сильно перегревался. Потом держали за ручку, а не за сам автомат. Вот, например, если вот видите, тут держится за автомат человек, там еще и деревянная какая-то деталь. То вот немецкие МП-40 держали конкретно только за ручку за нижнюю, потому что за него держать нереально было. Держаться нереально было. Потому что можно себе просто руку обжечь и на этом закончить. Блин. Лучшие кидки гранаты. Пацаны, это не я, это враги были. О-о-о. Глупо, 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 очень глупо. Так, куда мы вообще бежим? А, туда. Я потерялся. Да серьезно, ну я же уже распрыжку делал, ну ёб твою мать, а. Ладно, я понял. Ну, кого-то я гранатой там явно убил, уже полегче будет. Да пошел ты в жопу. Фух, с третьего раза я еле-еле сюда добрался. Так, ну танк просто вперед едет, прорывается и все. Единственное, я не понимаю, почему у них нет ПТ-шки какой-нибудь. ПТО, точнее. Откуда вы стреляете, мать вашу? Ну-ну, еще, давай. Ага. Мразь мелкая. Ой, минус танк, по-моему. Да, минус танк. Так, я вижу снитку. Вижу, что мы... Что там, точнее, не мы, а зениток, походу, немцы стреляют. Самолетом. Еще что мы будем делать то же самое. Ой, за что не люблю гребаный МП-40 за его длинную перезарядку? Угу. А что, такого приема не ждали, мудыки? Да ёб твою мать! Что я делаю? Что я делаю? Понял. Вот это куколка, конечно, мощно. Ага, я понял.
Так, я понял, все, прорываемся. Понял. Ай, боже. Ай, боже мой. Сука, гребаный нацист, а? Ни снайперки нет, ни хера нет. Только гребаные автоматы однообразные. Давай, овца, высовывайся. Сука, урод, а? Блять, вечно хочется ускориться, так не. Всю херня. Вообще есть какое-то ускорение, или я какой сильнейший? Хлево. Сесть, лечь, подпрыгнуть. Я понял. Все? Того не просто. Да. Свободные псы. Ну, в конце было, да, так. Не просто, не просто. Теперь доступна американская компания. Ну, хорошо, что ж. Значит, британцев, можно сказать, мы закончили. Я думаю, на этом можно серию закончить, а дальше уже приступить к американской компании. Поэтому, почему бы и нет, на самом-то деле.